этот час. Мы вас в гости приглашаем, чтобы рассмешить или удивить. Просто показать, что веселая и дружная семейка живет, как все, и верит в чудеса. Сегодня вас, быть может, удивит о них история. Сразу и не скажешь, сразу не поймешь, сказка это или ложь. Ой. Ой, ну Маша, ну Катуша. Не волнуйся, успеем. Але, ап. Ну вот, совсем другое дело. Только спинку подержи при мне. Вау! Кого-то мне это напоминает. Ой, неужели ты не видишь? Это же вылитая я, только в молодости. Да. Та же фигура. Да. Тот же рост. Мам, а можно я твой парик примерю? Ну, конечно, дочка. А? Так. Ой, так. Красавица, красавица. Ну, теперь хоть куда? Да, только я забыла сказать, что ты с нами никуда не пойдешь. Здрасте. До свидания. Можем мы с отцом хоть раз в жизни выйти в свет без детей? Да! Мама! Доченька, там, между прочим, водку пьют. Это для взрослых тебе нельзя. Да. Тебе, кстати, тоже нельзя. А почему? А потому что ты за рулем автомобиля. Да, кстати, а ты остаешься у руля семьи. Купи сосисок, хлеба, накорми братьев, деньги в бабушкиной шкатулке. Магазины, обеды, готовка. А можешь и не готовить. Известен случай, когда тремя хлебами 5000 братьев насытили, а у тебя пока только двое. Все. Поиграю. Играй. Имеешь даже право его доломать. Светка, это ты? А я думала, это мама. А где мама? Ушла с папой на выставку тюленей. Имеет на это право. Только я ни на что не имею права. Будто я не человек. В Гаагу, что ли, написать? А в Гаагу что, выставка уток? Антон, привет! Мам, я, в общем, прощения прошу. Мы с Мишкой, нарочно, но у нас контрольная должна была быть по математике, а мы пошутить хотели. Вот, взяли маргарину, всю доску измазали. Вот, а у меня на перемене маргарин упал, и я ногой размазала. А Ирина Львовна пришла и спотыкнулась, и что-то себе там сломала. В общем, тебя это... к директору вызывают. Уж лучше бы ты доску заминировал. Тогда бы тебя в тюрьму посадили. Антон, не бойся, мы тебе под коп выроем. Ой. Светка, ты что ли? А я думал, ты мама. Ты что, себе прическу, что ли, новую сделала? Да нет, это мамин парик. А где мама? Имеет она право с папой хоть раз в жизни выставку тюленей посмотреть. Ты, поаккуратней. Слушай, Светка,
А у меня идея есть. Давай ты маму изобразишь, а? Чего? Ну, в школу к директору вместо нее пойдешь, а? А родителям не скажем ничего. Нечего. Лучше папочку с мамочкой обрадовать. Светка, ну пожалуйста, ну давай, пожалуйста. Нет. А я тебе, знаешь что? А я тебе задачки буду решать, которые вы в колледже проходите. Ну, по алгебре. По алгебре? Все? Абсолютно. Честная Потыкаевская. Ну давай, Светка. Нет. Меня сразу разоблачат. Ну кто тебя разоблачит? Ну кто тебя разоблачит? Ну кто? Ну ты же актриса, ты же эффектная. Ну ты придешь, тебе сразу мама пришла. Ну давай. Ну тебе же актрису сыграть, как мне вот доску маргарином намазать. Ну, Панкратова черная. Ну давай. Ну, пожалуйста. Уговорил речистый. Антон, пойди сюда. Только так. Вот деньги. Иди в магазин. Купи хлеба, сосисок, кефира, молока. Главное, побольше мороженого, спрайт и тортик. Ура! Правильно, Паша. Пусть нам будет хуже. Да. Да, чуть не забыл. Надо оплатить ремонт доски, ноги, ну, в смысле, за бюллетень Ирине Львовне. Легко. Деньги есть. Что это? Водка. Саша, ты же обещал. Маша, по новым правилам дорожного движения разрешается одну рюмку. Да, разрешается, но только инспекторам ГИБДД и пассажирам. До свидания. Минуточку. Час, одну секунду. Да-да? Здравствуйте. Добрый день. Простите, с кем имею честь? Я мать Аболтуса Антона Потыкаева. Ну, до свидания. В смысле, проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Спасибо. Стало быть, мама Антона Потыкаева. Очень приятно. Ну, как вас прикажете величать, голубушка? Мария Петровна. Мария Петровна, да. Вы очень молоды и прекрасно, очень хорошо выглядите. Вы мне льстите. Я ужасно выгляжу. Да. А насчет Антона. Вот какая, понимаете, история. Мальчик, он не без способностей. Да, знаете? Последняя его вот эта шалость, шутка мне, она вот так понравилась. Нет, я к тому, что, понимаете, с маргарином, это он, конечно же, знаете, у нас Ирина Львовна, она и так-то никак. А тут уж совсем, знаете, ну, слава, как говорится, Богу, что она только ушиб, и это... Растяжение получил. Ну, недельку полторы, а может, и все три дня, три недели, может, придется ей как бы паралю этот бюллетенить. Несчастный ребенок. Типичная судьба артистических детей. У меня то съемки, то гастроли, у мужа то же самое. Антон растет практически один. Как знаете, это дитя богемы. А вы в кино снимаетесь? Да, немножко. Недавно Рогожкина в новом фильме закончила. Одна небольшая роль, причем главная. Сегодня в Астрахань улетаю. Там этот Дмитрий Астрахан съемки начинает. Да. Я видел фильм Рогожкина. И что-то, знаете, я вот в титрах вашей этой Потыкаевой не нашел фамилии, как не увидел, проглядел. Я Потыкаева по первому браку. Обручальное кольцо. А сейчас я Панкратова черная. Вот еще лучше сейчас сказали. Вот что это ваш муж что сам Панкратов черный? Чернее не бывает. Да.
Вот. Это мой любимый артист. И мой тоже. Ну так что мы решим с моим Аболтусом? У меня самолет через 3 часа. Надо поторопиться, знаете, как сборы, вещи. А с кем это? С Панкрат? Ах, с Антоном! С Антоном, да. А понимаете, как вам сказать? Дело в том, что... вот, собственно, как бы... Ну, что тут, знаете, как... Дети, дети! Вот. Дети, тихо! Говорит учитель, да? Вот, и прорезь. Ой, прорезь. Можно так. А еще по-другому туда. Ведь... Что? Я на ремонт храма, этой школы. На ремонт школы, вот. Надо, давайте назовем это благотворительный взнос. А, деньги? Не, ну что вы, деньги. Вот видите, что это мебель. Вот, знаете, хотя бы вот тут, что вот... $1000 будет достаточно? Вы сейчас с кем разговариваете? Понимаете? Как вам? Ерунда. А я что, доллары сказала, да? А, погорячилась. А что так? Наверное, все доллары муж забрал. Черный этот Панкратов. А, вот, возьмите 1000 рублей. И с меня приглашение на премьеру. И вам, Ирине Львовне. Ирине Львовне. А когда вернусь со съемок, контрамарково любой театр вам обеспечено. Ирина Львовна, да. Как? Я все-то настоятельно... На, сейчас, ой, испачкал. На, у меня, вот чего у нас, вот от бумаги, вот, это, знаете, вот, как бы, вот, раз вот, и она вроде как так, а вроде как не так. А тут уже, это же результат практически. Что? Автограф можно попросить? А, да, конечно. Да? Да. Вот. Пожалуйста. Все? Ну, а что, мне 2 автографа, мне не надо уж. А с Антоном я обязательно поговорю. До свидания. До свидания. Вот ты кайф, Антон. Ну, Антон. Говорим с тобой, Антон. Так, минут убираться, сейчас, секунду. Подождите одну. Сейчас я не задержу вас. Да-да, войдите. Виктор Петрович, вас давно уже ждут в учительской. Подождете, подождете. Как что так, Виктор Петрович? А как вот, так и нет у вас. Закройте дверь, сейчас я приду, я тоже человек. Разрешите? Страховое агентство СОС. О, простите, я и не заметил. У вас собачка? Я не собачка. Как мило, говорящая собачка. Здравствуйте, страховой агент Бульбачев. Вот, вот мое удостоверение. А я Мария Николаевна. Очень, очень приятно. Здравствуйте. Простите, страховой агент, я здесь. Вы знаете, у меня очень плохое зрение. Так у вас, значит, квартира, ребенок и собачка. Нет, у меня нет собачки. Это второй ребенок. Причем говорящий. Тем более вам надо застраховаться. А страховой агент это тот, который всех пугает, а волком вы оборачиваться будете? Пройдемте в комнату. А это еще не комната? Нет, комната дальше. Ага, хорошо, пройдемте, конечно. Осторожнее, да. Вы недавно ремонт делали, не да. Побейте. О, ремонт это хорошо. Значит, у вас новая, отлично отремонтированная квартира. Замечательно, я вот... Наше страхование.
страховое агентство СОС предлагает гражданам самый широкий перечень страховых услуг. Вот. Делая минимальный взнос, вы получаете полис по каждому виду страхования. В случае, предусмотренном полисом, вы при наличии доказательств в самый короткий срок получаете сумму, десятикратно превосходящую взнос. Мы страхуем жизнь и здоровье членов семьи и домашних животных, движимое имущество, включая автомобили, мотоциклы, яхты, снегоходы и так далее. А компьютеры от вирусов вы не страхуете? К сожалению, такой вид страхования пока не предусмотрен. Антон, пс! Чего? Ты, кажется, обещал садиться решать мои задачи. Хорошо, иду. Впрочем, вы можете познакомиться с подробным перечнем наших услуг с указанием цен. А где тут перечень? В газете? Это газета. Ой, простите, это опять мое никудышное зрение. Вот, вот наш прайс-лист. Ого. Я, конечно, не против страхования, но такие суммы первых взносов. Страхование слонов, тигров, львов, скунсов. А я знаю, что такое скунс. Это папин начальник. Деточка, скунс – это не начальник. Это такая редкая вонючка, животное. Папа так по нему и сказал, такая редкая вонючка. Скажите, у вас есть страхование от маленьких негодяев, которые без разрешения играют в компьютер? До короткого замыкания, а? От маленьких негодяев? Минутку. Хорошо, что ремонтная мастерская рядом. Кстати. Мать! Давай денег на ремонт. Чего? А то никаких задачек не будет. Возьми в шкатулке. Понял. Вот видите, дети – это одно разорение. Кстати, от детей мы тоже страхуем. Что это? Это минералка. Ага, а источник, конечно, прямо на заводе «Кристалл» бьем. Алло? О, привет, Наташка. Конечно, хочу прийти, но у меня здесь проблема. Да нет, другая, все ушли, я с младшим братом осталась. Серьезно? А он с гитарой будет? А, и со своей ангиной. Что же делать? Голову ласкать. Отстань. Да нет, я не тебе. Слушай, а давай я с братом приду? Он у нас нормальный. А если что, в ванне запрёт? Понимаешь, что хорошо бы шампанского. Ладно, пока, лечу. Так, Пашка, собирайся. Мы идем в гости к Наташе. А чего я там не видела? Я не пойму. Мне, во-первых, надо принять ванну, выпить чашечку кофе. Чего? А мороженое там будет? Будет тебе и мороженое, и шампанское, и какао с чаем. Поехали. В моем возрасте шампанское пьют либо аристократы, либо дегенераты. Что это? Это наша женская доля. Это наше призвание уберечь вас от рюмки. Правильно, девочки. Свет, я дома свой плеер забыл. Зачем он тебе нужен? Нужен, дай ключи. На, только смотри, обязательно посмотришь в зеркало
И не забудь закрыть дверь, ты понял? Да-да, я мигом это зеркало закрою, в дверь посмотрю. И тишина. И только мертвые с косами стоят. И здрасте! Антон! Антон! Ваша! Ваша! Дети, мать ваша пришла! Никого! Никого! Ты посмотри, какой бардак! Ой, подумаешь, бардак так чуть больше обычного. Шляпку не надо снимать. Бардак! Че? Маша, нас ограбили. А детей похитили. Иди назад! Назад! Может, преступники еще в квартире? Тихо! Это мужское дело. Тебе говорил, что надо гарпун покупать, как сувенир, а не этот бубен проклятый. Дети просто гулять пошли. Пашка ушел последним, как обычно, дверь на распашку. А деньги? И рубля. А ведь сколько тысяч было? Сколько, Маша? Семь. Надо звонить в милицию. Да. И ты
чего требовать? Ну, это как ее... компенсации, да. Попей рассол. Откройте, милиция. Так. Протокол. Протокол составлен в квартире около спальни при естественном освещении. Ну, какое есть. Да. И запахи алкоголя оставлены преступниками. Вот, точно. Так, значит, вы семья композитора Никифорова, да. И у вас пропал клавесин 17 века. Нет, мы семья Потыкаева. Ну да. Да. Композитора Потыкаева. Просто Потыкаева. Ой, ну что просто? Ну почему у тебя все так просто? Ну да, да. Да. Просто композитора. Да. Так, квартира 8. Да не 8, а 40. Подождите, что ты, вы меня путаете? Ну, что ты что это? Что значит, клавесин не пропал? Нет, клавесин пропал, наверное. Но только не у нас. Ага, понятно. Значит, у вас пропал ручной скунс Анатолий. Да. Ну, еще скунс. Ручной, вот согласно заявке. Пропал редчайший экземпляр, королевский розовый скунс. Обитает в одном месте в Гималаях и в квартире доктора Крутикова, где также живет в одном месте. Обладает уникальным запахом особой вонючести, что подтверждается 45 жалобами от соседей. Основная версия – соседи украли. И отпустили его в Гималаи. Да, по следу пустили разыскную собаку Бобика. Бобик сдох. Жалко собачку. Жалко. Ой. Со слов доктора пропали. Да не плевать, что пропало с этих ослов. У нас компьютер пропал. Подождите, это что ж, значит, не квартира Крутикова? Нет. Мы квартира Потыкаева. Номер 40. У нас пропали компьютер, шуба, дети. Так. Ну, вот и хорошо. Распишитесь. Маша, да, я сам. Вот здесь. И вот здесь. Ну, вот вам копии протокола. Так, вроде все нормально. Будем искать. Будем искать. Что украли? У меня там в кармане такой рецепт был от мужчины. Чего? То есть от морщин. Вот найдут шубу. Кто найдет? Этот старший композитор биологических наук? А вот то, что мебель не украли, так это спасибо. Большое человеческое спасибо. Хоть есть на что сесть. Ой, а на что это я легла? На мебель. Нет, вот это не мебель. Это страховой полис. Вот, полис страховой. От ограбления. На все движимое и недвижимое. И подпись моя. Ой, Саня, а когда это я успела? Ну-ка, дай. Не помню. Ой, пить надо меньше. Действительно, на все движимое и недвижимое. Ой. От ограбления и подпись. И телефон. И телефон украли. Да наоборот, свой оставили. Телефон страховое агентство СОС. Маша. Ой.
Ты наш спаситель! Давай, звони. Опа, это... Сиди, я сам. Здравствуйте! Вас беспокоит потерпевшая Марина Петровна Потыкаева. Агента Бульбачева, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Марья Николаевна. Я говорю, здравствуйте, Марья Николаевна. Рад снова вас видеть. Ведь как скоро удалось свидеться. И минуточку, минуточку. Во-первых, Мария Николаевна, это я. Да? А во-вторых, я Марина Петровна. Простите, простите великодушно, мои глаза опять эти... А это, стало быть, ваш сынок. Это же надо. Как растут дети. Да, мальчик вырос. А простите, разве мы с вами... Ну как же, сегодня? Сегодня? Не помню. А впрочем, сегодня может быть все, что угодно. Знаете, пить надо меньше. Точно. Они нам все наливали, наливали. Простите. Она говорит, да. Обокрали, обокрали. Вы знаете, да. Все ценности увели. Ценности мы как раз страхуем. А детей мы страхуем? Видите, тут есть одна тонкость. Дети – цветы жизни. Да. Жизнь мы как раз страхуем. А вот цветы, увы, нет. Жалко. Жалко. Проходите. Да, благодарю вас. Вы проходите. Сюда, да? Вот. Да, сюда, да, прошу, на кресло. Извините, да. Присаживайтесь. Благодарю вас. Спасибо. Вот, знаете уж, и милиция была. Протокол составила. Какие мерзавцы! Ну, наглые. И деньги украли, и компьютер, и клавесин 17 века, и даже... Скунса? Какого скунса? Сейчас мы все подсчитаем. Ну, Приходько, понимаете? Да я понимаю. Хорошего скунса в наше время достать очень трудно. Да этот скунс... Он был вам как сын родной. Все ясно. У меня плохое зрение, с глазами плохо. Но я все понимаю. Я вам очень, очень сочувствую. Но страховое агентство СОС всегда точно и вовремя приходит на помощь своему клиенту. Протокол у нас налицо. Значит, деньги-то у вас в кармане. Сейчас мы все почитаем. Не волнуйтесь. Компьютер БУ, плеер БУ, шуба БУ, клавесин... А клавесин 17 века, между прочим. Значит, тоже БУ. Какой клавесин? Это не у нас клавесин, понимаете? Это с 5-го этажа у композитора. Точно, я вспомнила. Этот клавесин соседи в Гималаи отпустили. С 5-го этажа. С 5-го этажа. Бывает. Наверное, бедняга целыми днями играл. Так, дальше. Королевский розовый скунс Анатолий. Опять 25. Да этот скунс... Побойтесь бога, голубчик. Ну, 25 – это чересчур. Ну, может быть, раньше, до дефолта. Ну, скунс, я согласен. Это редчайшее на сегодняшний день животное. Но максимум 10 тысяч. Чего? Долларов? В смысле, уе. Сколько? Уйё! Саня, подожди, а это какой скунс-то, который у доктора в одном месте? Машуня, так это же наш любимый скунсик. Ну, помнишь, наш маленький розовый пупсичек? Помнишь?
Понимаете, мы хотели его сегодня отвезти к доктору в одно место. Он стал в последнее время как-то вяло пахнуть, а его украли. Мы в отчаянии. А когда можно получить деньги? Я вам выпишу квитанцию, пойду ее подпишу, поставлю печать и можете идти в кассу. Алло! Алло, мама, вы уже дома? Ну как погуляли? Ну, Светочка, ну какое погуляли? У нас такое горе! Украли детей, шубу, компьютер! Светочка, доченька, это ты? Тебя отпустили? Мам, ты что, откуда отпустили? Подожди, а где шуба? Ну, ты прости, пожалуйста, я без спроса взяла твою шубу, платье, брюлики. Но зато сегодня я, наконец, стала женщиной. Саша! Она сегодня стала женщиной, о! Света, ты где? У Наташки. Я когда пришла, здесь прямо все легли. Что, все легли? Дай мне... Что, все легли, и ты стала женщиной? Ой, мне нехорошо. Подожди. В каком смысле? В прямом. Женщина – это когда в шубе, в платье, в брюликах. Это все? Нет, не все. Мне еще надо брови выщипать. Ну, слава богу, слава богу. А то, понимаешь, мы с отцом приходим, дверь открыта, и никого нет. Это Пашка бандит. Он за плеером возвращался и, наверное, забыл закрыть. Вот он от Мишки вернется, я ему ноги выдерну. Так его что, не украли? Кого? Мишку? Нет, Пашку. И... ой. Плеер не украли? Плеер с Пашкой и у Мишки. Антон где? Антон пошел в мастерскую компьютер чинить. Я ему денег и шкатулки дала. Понятно. Пап, мы еще здесь полчасика посидим и домой, ладно? Никаких полчасика, немедленно домой! Маша, твои дети мне сосвету живут. А меня твои. А вот и я. Все подписано. За все, кроме цветов, я имею в виду детей, вы сможете получить. А что касается шуб? А, шуба нашлась. Ой, вместе с детьми. А, значит, шуба нашлась, да? Да, и шуба, и платье, и брюлики, все нашлось. Вычеркиваем. Так. Компьютер тоже нашелся. Нашел. Тоже вычеркиваем. Так. Плеер тоже, да. Вычеркиваем. Деньги. Вычеркивайте. А Анатолий не приходил? Подождите, вот вы мне расскажите, вот кто такой этот Анатолий? Маша, иди на кухню, выпей рассолу. Нет, знаете, Анатолий так и не пришел. Ой, мы в ужасе. Ужасно. Ищут пожарные, ищут милиции. Да. Ну, вы не волнуйтесь. И, думаю, не найдут. Не волнуйтесь. Знаете, я думаю, что 10 тысяч, конечно, вам придется. Безусловно, безусловно. Вы не волнуйтесь, безусловно. Но, понимаете, надо немножко подождать. Сумма большая. Только о чем? Но вы мне обещайте, если скунс все-таки найдется, вы мне сообщите. О чем вы говорите? Да тут же, да, конечно. Вы не волнуйтесь, если он найдется, милиция нам тоже сообщит. Естественно, я уверен в нашей милиции. Вы знаете, я уверен в нашем участковом. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо вам же. Будьте здоровы. Я уверен, запомните, в нашей милиции. Но в соседях скунса, я уверен, больше Маша. Откройте, милиция. Маша, Маша. Опять милиция. Открывай. Квартира Потыкаев? Да. Кто из вас Александр Потыкаев? Из нас он. Распишитесь. А зачем?
Вы Александр Потыкаев? Да. Да. Ну вот и распишитесь. И здесь. Очень хорошо. Сумасшедший день какой-то. А в чем, собственно, дело? Что у вас случилось? А не у нас, а у вас. Боже мой, а у нас опять что вообще случилось? У вас большая радость. Сумасшедший день. Нет, посмотри на него, это день у него сумасшедший. Да он зал. Откройте, милиция. Вот она, ваша радость. А что это? Подождите, подождите, ну имейте совесть, как вам не стыдно? Я же еще не ушел. Сумасшедший день, сумасшедшие люди. Да что это такое? Ой, а я, кажется, знаю, что это. Это он. Кто он? Ну, этот, Толик голубой. Ой, то есть розовый скунс Анатолий. А что я-то подписал? Я же подписал, что розовый скунс наш! Ой, мама! Молчи, женщина! Теперь 10 тысяч долларов наши! Как? Ну, не знаете, мы же сообщаем в страховое агентство, что скунс нашелся. Ну, не такие же мы дураки! Ну! А, че? А, yeah! Ой, а это еще кто? Погоди. Алло. Гражданин Потыкаев? Да. Говорит старший лейтенант Приходько, я только что у вас был. Что еще? Я забыл сказать, не беспокойтесь. В страховое агентство о находке я уже сообщил. Спасибо. Маша! Это ты... Саша, мы с тобой не такие дураки. Мы гораздо большие. Опять подошло время грустных расставаний, но это не все. Встретимся еще с милыми друзьями, веселая и дружная семейка живет себе и верит в чудеса. Сегодня вас, быть может, удивила их история. Сразу и не скажешь, сразу не поймешь, сказка это или ложь.